Сменить офисные стены на декорации в съемочном павильоне. У жителей республики есть возможность попасть в кадр. Татар-кино приглашает на кастинг всех желающих. В середине августа начнутся съемки татарской комедии. Участникам не обязательно иметь профессиональное актерское образование. Возраст кандидатов от 18 до 60 лет. Свою роль сыграют природные данные и знания языка тукая. Перед тем, как приступить к работе, будущие герои картины пройдут обучение. Анкета размещена на сайте Татар-кино. Актеров, профессионалов, допустим, с театра имени Камала или с театра имени Тинчурина мы задействуем однозначно. Но также будут рядовые. То есть люди, которые нигде не светились до этого. Ни на телевидении, ни на сцене, ни на театральных, там, ни на постановках. Вообще нигде. То есть вот их именно мы сейчас упорно и настырно собираем.